Всем привет, друзья, с вами Амик, и сегодня я почувствую себя в роли бандита в игре Idol Mafia. Разблокируй доступ к первому этажу для ограбления. Окей, сейчас мы это и сделаем. Первый этаж, новый уровень, открыт. И что же на этот раз? Какое преступление мы сегодня совершим, чтобы получить денежки? Кстати, я заранее предупреждаю, что грабить и воровать деньги очень плохо. Так что, друзья, этого лучше не делать. Ну а мы с вами начинаем. На первое идем дело. Эй, быстро отдайте деньги! И из магазина потащили быстренько к нам денежки. Отлично, теперь нажми на шныря, пусть поднимет мешок в наш пентхаус. Оу, давайте быстренько нажмем на него, и он к нам занесет денежки. Вперед, 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 друзья. Первый уровень. Нажми на громилу, и он принесет деньги в сейф. Отлично. А это мы, кстати, такие лысые и в крутых очках. И пальцы веером, сопли пузырями. Хе-хе-хе-хе. Ну что ж, относим быстрее к нам. Быстренько, быстренько. Отлично. Мешок золотом у нас в кармане. Найди левше партнера, чтобы постоянно не кликать на него. Отлично, давайте-ка мы наймем нового партнера. Нанять партнера. Машина смерти, просто гуру в финансах. В его портфолио мировые махинации с деньгами. Давайте-ка мы за него заплатим. И запасные партнеры. Отлично, кстати, смотрите, у него есть эффект повышения емкости на работу. Не работает на грабителей. Ага, 1%, отлично. Искать, и снова мы нашли няня партнера. Мозг, однажды откликнул. Откусил ухо своему партнеру за опоздание на обед. Ох, он грозный парень. Не хватает денег. А, не-не-не, давайте его купим. А почему бы и не купить его? Или, точно, мы его купили. Отлично, теперь у нас более-менее все собрано. Теперь нам нужно прикупить вот этого парня за первого уровня, чтобы он подгонял левшу. Отлично, сейчас мы быстренько денежек соберем. Опа, 60 монет, 60 долларов у нас в кармане. Мы их приносим себе и отправляем обратно к себе в это банк, получается, да? У нас большой сейф. Эй, дяденька, давайте быстрее уже перекидывайте деньги, а то я хочу много денег, хочу очень много денег. Вперед, 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 вперед. Лучший навык ограбления до второго уровня, чтобы увеличить доход. А, ничего себе, здесь как можно делать. Вот это я понимаю. Давайте улучшим немножечко до третьего. О, до пятого уровня. А, или нам можно до... А, у нас было много баксов, чтобы улучшить его. Я понял. Теперь так, быстрее ограбление идет вовсю. Теперь нужно, кстати, нужно по-любому купить вот этого парня наверху, чтобы он подгонял шныря. Ну, или как его там зовут. Так, быстренько мы себе перекинем денежки и отправляемся снова к банку. Так, а сколько стоит, кстати, он? Ага, 150 монет, друзья, он стоит. Хорошо, нам осталось совсем немножечко. А я накопил очень большую сумму уже, у меня есть 300 баксов, сейчас мы отнесем их к себе в банк и, конечно же, прикупим новое обновление себе, а то нашу банду действительно надо улучшить, а то мы слишком мало бабосиков зарабатываем. Так, и что же, как вы думаете, сможем ли мы еще принести себе денег? Конечно сможем, давайте улучшим уже лестницу, а нам нужно кого-то прикупить, отлично, давайте вот эту нянь-партнера, ноги. Эффект работает только на грабителей, ускоряет сбор на 25%. Ну что ж, хорошо, мы его теперь себе заполучили, теперь у нас все в автоматическом режиме. Нужно еще здесь нанять тренера, чтобы он нам помогал. Летучая мышь, за 100 баксов прикупаем его, ускоряя действие с мешком на 12%. Ого, ничего себе, так это даже хорошо, теперь он намного круче. Давайте нашего громилу улучшим, потому что, мне кажется, он нужен нам точно сильным. Ну, по крайней мере, мощным. Так, а на 10 можно? 6000 баксов нам надо, но сейчас мы заработаем хоть немножечко, ограбим еще парочку банков, и тогда, видимо, будет лучше. Оу, это что такое? Оу, привет, я профессор Альберта. Босс сказал познакомить вас с новейшим секретным разработкой своей лаборатории. Я привез тебе стартовый набор на пробу. Эти бонусы увеличивают силу ваших людей и еще добавил кнопку ускорения за просмотр видео. Ох, какие они интересные. Подарок от Альберта. Ой, спасибочки, очень приятно. Сейчас мы это все с вами наполучаем. А, то есть эти бонусы нам теперь дают возможность, видимо, как улучшать или что-то еще. Так, давайте 10. У нас нужно 350
$57. Ну, сейчас мы и накопим. В принципе, это не такая уж проблема у нас с этим. Кстати, на следующий уровень, чтобы нам улучшить этаж, получается, это раз, два, третий этаж у нас будет, нужно с вами накопить $500. Так что сейчас мы этим прямо сейчас займемся. Почему бы нет? Чем больше уровней мы откроем, тем больше денег и заработаем. Ну и, конечно же, нам нужно очень-очень-очень трудиться, очень много грабить банков, чтобы заполучить $1,000,000. Наша задача, друзья, действительно заработать $1,000,000. Ну что ж, если, кстати, вы хотите продолжение, давайте соберем 300 лайков. Если будет 300 лайков, я сниму следующую серию про грабителей. По-моему, игра очень крутая и заслуживает лайка. Ставь лайк, лайк, лайк. Ну что ж, а мы дальше грабим банки. Нам нужно сейчас немножечко осталось. Давайте мы откроем новый этаж. Это этаж уровень 2. Оу. Ну что ж, ежедневные призы. Мы с вами получили еще алмазы. Да, забираем, конечно же, себе их в кармашек. И, слушайте, первый уровень. Да, давайте сразу тут няньку. Няньку попробуем найти. И давайте посмотрим, сколько мы за одну такую ходочку заберем золотишко. Ну-ка, 500 золота, серьезно? Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Добро у нас будет много. Золотишко будет очень много. Осталось совсем немного. И мы с вами купим здесь тренера и улучшим вообще все этажи, чтобы нам получали... Хотя нет, давайте сначала мы с вами вот этого парня улучшим, чтобы он быстрее бегал по лестницам. Ага, так, мне кажется, действительно будет лучше. А здесь что? Мы с вами можем прикупить всякие бафы, бонусы, но они за кристаллы продаются. Кристаллов у нас очень мало. Воу, смотрите, этаж босса, статистика, скорость доставки 43 в секунду бакса. Ох, это достаточно мало. Но мы с вами можем улучшить. Давайте вот этого няньку купим, все-таки он нам очень сильно нужен. У него эффект ускоряет действие мешков на 13%. О, у нас обновленец, так сказать, да? Ну что ж, мы шныря улучшаем, то есть мы его намного лучше. Он, скорее всего, скоростнее становится, либо быстрее, либо может больше добычи переносить прямо к нам на склад. Ну-ка, да, $652 он теперь может переносить. Это хорошо. Давайте тут тоже паренька улучшим. Надо 6000, чтобы... Ой-ой-ой-ой-ой. Надо 6000, чтобы улучшить сразу на 10 уровней. Сейчас мы с вами это и проверим. Ну что же, я накопил 9000 баксов, и теперь мы с вами давайте улучшим нашего шныря. И все-таки лестница должна быть очень крутой, и за 10 множитель мы с вами заплатим 5800 золота или долларов. Так, давайте их улучшаем. Отлично, мы с вами получили алмазики. О, люблю алмазики. И, конечно же, этаж босса мы тоже улучшим, но правда здесь нужно 9000 долларов, так что нам пока что очень-очень не хватает этого, и мы будем вручную его улучшать. Ну что же, до следующего этажа осталось совсем немножечко. Кстати, что это такое? Это, по ходу дела, ускоритель нашего с вами бандитов или нет? Ну-ка, давайте, кстати, проверим. Или здесь, стоп, мы с вами здесь-то тоже можем улучшить или нет? Так, о, до 20 уровня мы с вами лестницу улучшили, отлично. И теперь нам этого парня тоже надо улучшить, потому что он очень мало забирает с собой золотишко. Или нет, он весь пакет золота собирает, 1000 в секунду, в общем, у нас получается, или где-то в 10 секунд. Ну ладно, давайте ускорение опробуем, посмотрим, как это все будет работать. Ну что же, ускорение очень круто выглядит. Смотрите, у нас на целую минуту вся скорость увеличивается. Это очень круто. И смотрите, как баксы у нас быстро будут сейчас литься рекой. Ну давай, 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 ускоряйся быстрее, быстрее, быстрее. Осталось всего лишь 40 секунд для того, чтобы заполучить 15000 долларов. И мы откроем новый этаж. Давайте, я уже действительно хочу их получить. Всего лишь 15000 баксов, и у нас новый будет этаж. Очень круто. Как же они быстро воруют деньги и пересылают к себе на счет. Отлично. Ладно, нам нужно все-таки будет в любом случае шныря улучшать и парня, который бросает в банкомат наши денежки. И осталось всего лишь
15, 12, 13 тысяч. У нас уже есть в кармане, осталось всего лишь 2 тысячи. И мы с вами получим новый этаж. О, чуть-чуть, давай. И последний мешок с золотом. Отлично, все, скорость закончила. Бонус закончил работать. Но у нас уже есть 15 тысяч золота. Не-не-не-не-не-не, простите, пожалуйста. Мы с вами откроем за доллары. Новый, отличный. У нас есть этаж, за который мы с вами получим. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну-ка, быстро, деньги на стол. И посмотрим. 5000 золота, серьезно? $5000, друзья. Не золото, долларов. Я все путаю с золотом, но это очень много. Сейчас посмотрим. За одну ходку у нас 6500 долларов мы с вами получили. Ну-ка, интересненько, сможем ли мы дальше прокачаться или нет? Ну что ж, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, если вы хотите продолжение, давайте соберем 300 лайков, и будет вам продолжение. И я думаю, то, что мы можем еще больше золота накопить или долларов. Ну, а если вы хотите увидеть продолжение, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Ну а мы увидимся очень скоро. Всем удачи и пока-пока!